Смотря. Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Будем смотреть посылки, да, секретки. Видно умер. Так, ладно, тут это вам не надо вообще, в принципе. Хотя могу так пару раз показать баночки. И все. Так, ага. Итак, смотря. Посылки, да. Я не вижу, что я вообще не такая. Hey guys, how we doing? Today. Ага, видно умер, да? Так, видно он. Не скажу пока, какая от кого. Посылки забрал. Вот. Ну сейчас будем открывать, посмотрим. Надеюсь, там, ну там все порядочно. Так, если писюн выпадет, сразу кричите. Писюн, писюн. Ага. Трусы, чел. Набор трусов. Ага. Хорошо. Это намек, то, что я вонючий, типа, или чё? А, это типа намек, что я вонючий. Я понял, понял. Не буду пока говорить, кто это прислал. Трусы, вот, смотря. Сейчас. Вот, смотря. Вот. Трусы вот такие вот. Это мужские, блин, а не женские. Ты что, прикол или чё? Это что? Ты чё на приколе? Это чё за панталоны? А, я понял! Это как у Балата! Это как у Балатика! А ну-ка, сейчас, это как у Балатика, точно, это как у Балата, чел, вообще порядок. Есть, нормально, это как у Балата. Смотря. Это как у Балатика. Да, точно. Точно. Как у Балатика. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Идем по Нексельду. Итак, смотря. О, Трич, фиксируй. Фиксируй, Трич. Иди отсюда. Ого. Смотри. Это я.
Софийский собор. Смотри. А как? Погоди. А как? А как? А чё она не работает? Она должна, по идее, открываешь и зажигаться. Она, типа, наверное, должна зажигаться. Или чё? Типа, открываешь, она раз и зажглась. А, во! Тут, короче, сенсоры. Сенсорная кнопка вот эта спереди, смотря. Ее так вот нажимаешь. Вот. Она типа работает. Прикольно. Так. Леденцы на палочке. Бля, ребята, это мне показалось, или это только что был затуп на зажигалке. Чел затупил, как включить зажигалку. А потом скажет, что хейтеры наговаривают. Чё я ею? Да я это, потому что для меня таких, ну, не было, чё. И потекла дедушкина пусечка. Смотря какая красавица. Блядь, пахнет так вкусно. Это конфета, что ли? А ну-ка. Нет, это какая-то тёрка, типа. А? Не, головка маленькая, у меня такая, ну, была давно. У меня сейчас раза в два больше. У меня сейчас раза в два побольше будет. Это что? Похож на зажигалку, блин. А как она работает? Не понял. Ну, тут типа нож, смотря. Это типа нож такое. Чё это? А, огниво? Трич, фиксируй. Дед взял хуй в рот на камеру. Чушпан, переезжаешь стримить под стол. Чё-то я не понял, блин. Чел? Чё-то знакомая штука, где-то такое видел, только я забыл, как ей пользоваться. Разве об эту штуку зажигать? А, ну да. Да. Так, смотря. Яйцо. Эй, там, блядь, мармелад. 18+. А, понятно, ебать. Не понял. Ну, мармелад-то. Я понял. Тут написано, когда я вырасту, я стану петухом. И тут хуяк, типа. А ты уже петух. Это типа оскорбление стримера. Оскорбление чувств стримера. Я понял. Моё любимое. 5 раз отлизать могу кому-то. С волком пепельница. Это блатная, конечно, блядь. Это крутая, да. Смотри. Смотри. Ок. Смотри. Какая. Смотри. С молочком. И что ты Это ты каланчана, ты это смотри. Это волчана. Самарская психиатрическая больница является крупнейшим медицинским учреждением в Самарской области. В больнице имеется 1370 коек и один из гаражей, в котором находится уже краткое год Денис Сухачев. А, ошиблись. До свидания. Это что? Starbucks Корея? Да ты шо? Офигеть, блин. Это оригинальная старбаксовская тема, смотри.
Это Starbucks, чел. А я знаешь, что себе купил? Сейчас, сейчас, я тоже покажу, смотри. Сейчас, сейчас. Ой, пизда выпала. Сейчас. Сейчас, сейчас. Опа. Блять, упадет. Тихо. Смотря. Смотри, что я купил себе кофе. Кофе новогоднее старбаксовское. Попробовать, вот. Сначала вот так вот смотря. А потом вот так вот. Вот так вот смотря. Это, блин, такая тяжелючая кружка. Ну, оригинальный Starbucks. Она поэтому такая мясистая. Смотря. Starbucks 100%. Вообще кайфуш, алё. Смотря, вообще кайф. Смотря. Смотря, какая. Смотря. Капец, она мне идет в натуре. Смотря. Кайфуша. Ля. Да ты шо. И тут моя фотка еще, смотря. Ля. Еще пахнет такая нежная, бля. А, ой. Шо ты? Ха-ха-ха. Это полотенце мне Зяблс купил. Эти подарки мне Зяблс отправил. Эту футболку, трусы мне Зяблс отправил. Зяблс отправил, Зяблс отправил, Зяблс отправил, Зяблс отправил. Эти трусы мне Зяблс отправил. Эти пепельницы мне Зяблс отправил, Зяблс отправил. А? Шо вы? Сидите там, головы. Ладно, все. Смотри. Новогодний я. Смотри, новогодний я. Смотри, моя фотка только в костюме Деда Мороза. Шо? Шо там? Шо? Если ты не сделаешь массаж моим потным волосатым яичкам, то вся галактика утонет в моей сперме. Так, ладно. Итак, вот это смотря, яйцо это, ну, это намек на то, что она хочет мое яйцо. Ну, это понятно, это не намек, это, ну, это любовь, это страсть, это чувство, это нормально. Итак, смотри. Вот здесь должен попасться в этом яйце енот. Давайте так договоримся. Если здесь будет енот, то та девочка, которая мне это прислала, у меня с ней будет секс через 3... Нет, очень скоро. А если тут не будет енота, я сделаю самоотсос. Ha 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 ha!